Отечественные производители привезли свои лучшие товары на ярмарку «Выставочный зал Экспо Одинцово». Летняя мозаика – это разнообразие, эксклюзивность и доступные цены. Главный материал этой ярмарки, конечно, лен. Здесь и платья, туники, брюки и легкие ветровки для любителей стиля casual. И уникальные авторские платья и сарафаны с натуральным декором из бусин, ракушек и бересты для романтичных особ. И вязаные кофты оригинальных расцветок, и созданные с душой игрушки ручной работы. Также одинцовских модниц порадуют нежные и яркие принты на легких юбках и блузах. Приверженцы классики обратят внимание на летнюю коллекцию разнообразных платьев. А те, кто любит готовить сани летом, смогут приобрести на ярмарке пальто и куртки для прохладной погоды. Любительницы украшений по достоинству оценят авторские броши, серьги и бусы из речного жемчуга. А гурманы приобретут свежие вкусные продукты питания от отечественных фермеров. Ярмарка «Летняя мозаика» по адресу улицы Маршала Неделина, 2, будет работать по 4 июля с 10 утра до 7 часов вечера. Заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».